Шапки, шарфы, перчатки, C&A, лоты по 5 килограмм, небольшие. Так, это шарф. Здесь у нас, наверное, акрил. Да, 100% акрил в составе указан. А две пары перчаток. И вот еще две пары перчаток. Шляпа. 100% шерсть в составе. Да, мятые, мнутся они в этих мешках. Будет их как-то приводить в порядок. Так, еще один шарф. Здесь в составе 100% акрил. Кепка. Теплая. Ну, в смысле, не летняя. Так. Это шарф. В составе 23% акрил, 63% вискозы, 7% махер и 7% шерсти. Еще одна теплая кепка. Палантин, по-моему, большой. Шапка 17% шерсти указана в составе. Вискоза, нейлон и шерсть. В основном вискоза 57%. Это снуд крупной вязки в составе акрил. Тоже 100% акрил. Еще один снуд крупной вязки. Шапка 100% акрил. Красивый шарф крупной вязки. Тоненькая шапка. Давайте посмотрим состав. Наверное, хлопок все-таки. 65% хлопка, 35% полиэстера. Так, вторая шляпа женская. Здесь, видимо, тоже по две шляпы. Так, шарф. Это снуд крупной вязки. Еще один снуд крупной вязки. Такой же снуд, только, видите, цвета отличаются. Так, еще один снуд. Шапка. Это шарф, по-моему, мужской шарф. 100% акрил указан в составе. Перчатки 30% махер указан в составе. Еще один шарф широкий. Здесь у нас 15% альпака, 15% шерсти в составе. Пара перчаток. Перчаток что-то мало в этом мешке. Так, снуд. Даже шапок было больше, чем перчаток. Вот еще одна пара перчаток. Это шарф, по-моему, мужской. 100% шерсть указана в составе. Женская шапка крупной вязки с помпошкой. И последняя вещь из этого мешка. Палантин. И на этом все.